Всем привет и очередная приятная новость для владельцев непрошиваемых PlayStation 3, которым приходится довольствоваться ханом. Раньше нам приходилось, если не пользоваться сайтом, то хостить эксплойт самим с другого устройства. Это могли быть ПК, телефон и другие. Сейчас же мы можем избавиться от этой необходимости. Я уже говорил про модификацию Хан Тулбокса с форума PSPX, и последнее обновление сделало возможным активацию хана полностью автономным. Давайте покажу. Смотрите, я захожу в настройки сети, и в соединение с интернетом ставлю выключено. После идем в Хан Тулбокс и включаем хан. То, о чем я говорил. Хан включается при полном отсутствии подключения какой-либо сети. Это все еще не кастомная прошивка, но уже что-то, что позволяет отказаться от привязанности к какому-либо серверу. Я бы сказал, что подключение к сети теперь не нужно вообще. Но способ закачки контента не изменился, а значит интернет все еще нужен. Ну, например, у меня провайдер очень любит шалить с подключением, и иногда я просто оказываюсь без интернета. Вот в таком случае эта функция точно не будет лишней. Как и, например, если вы соберетесь выбраться на дачу, в деревню или куда-нибудь еще. Теперь как обновиться или установить? Если у вас нет тулбокса вообще, то все просто, можете скачать и установить через Package Manager. Если у вас стоит обычный Хан Тулбокс, не модификация от PSPX, тогда надо зайти в управление данными игры, найти Хан Тулбокс Data и удалить его. А дальше тот же самый PKG и установить через Package Manager. Если у вас уже мод от PSPX, но просто старая версия, можете обновить прямо через консоль. Зайдите в Toolbox, дополнительные возможности, опции Toolbox и обновить Toolbox. Соответственно, для этого у вас уже должен быть включен Хан. Ну, в общем-то и все. Пока еще мечтаем о том, что нам принесет четвертая версия PS3 Exploit, и до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пока.